Что тебе нужно? Слишком тяжело. Что? Кто? Чего тебе надо? Уходи. А ты что здесь делаешь? Эй, приятель, спокойнее. Я просто собираю кое-какие травки. Травки? Есть у тебя что-нибудь стоящее? Ну, конечно, у меня есть несколько целебных растений. А куска жареного мяса у тебя случайно не найдется? Нет. Жаль. Ну что ж, ничего страшного. Тогда мне придется питаться растениями. Как мне найти здесь растения? Да это проще простого. Только надо знать, где искать. Например? На горных склонах. Если очень повезет, можно найти целое поле растений. На травника ты не похож. Ну, хорошо, приятель. Ты прав. Я раб. Я сбежал из Кабдуна. Ты нашел меня. Но это не причина для опрометчивых действий. Я отведу тебя назад, к твоему хозяину, Гамалю. Ну, черт. И, приятель, ну не торопись. Я не хочу неприятностей. Давай поговорим. Что ты можешь мне сказать? Я сам из этой дыры. И наверняка смог бы тебе кое-чем помочь. Ну так что? Хочешь получить пару жалких золотых за мою голову или поможешь мне выбраться отсюда? Куда ты собрался? Отведи меня в деревню, к охотнику Йенсу. Я спрячусь у него на некоторое время, а заодно смогу и прилично поесть. Рука руку моет. Может быть, я и трус, но зато я ловкий и изворотливый.
Если ты мне поможешь, то, может быть, я смогу продемонстрировать тебе кое-какие свои способности. Никаких возражений. Сейчас ты пойдешь за мной. Ну ладно. Раз ты не поддаешься на уговоры, буду делать, что скажешь. Давай, давай! Хорошо. Отлично. Кто знает, сколько хлопот он бы нам еще доставил. Держи. И честно заработал этот мешок с золотом. А с тобой мы поговорим попозже, дружочек. Расскажи мне поподробнее об охоте на рабов. Есть несколько путей, как человек может добиться признания у орков. Ты можешь завоевать честь и славу на арене. Или другим способом. Мы, ассасины пустыни, обеспечиваем их свежей рабсилой для обычных работ и для раскопок. Зачем орки ведут раскопки? Они уже всю страну перекопали. Что именно они пытаются найти, лучше у них самих спросить. Значит, вы, ассасины, всего лишь наемники орков. Тебе стоит посетить наши города в пустыне, мой друг. Там ты быстро поймешь, какую роль на самом деле играет народ ассасинов в этом мире. Покажи мне свой товар. Чего тебе еще надо? Убирайся! Опусти оружие. Ты? Драка! Давай, давай! Хорошо. Я привел тебе гостя. Харику нужно на некоторое время скрыться. Понятно. Пусть пока он побудет у меня. Вот, вот все волчьи шкуры. Давай поглядим. Качество отличное.
Я бы дал за них хорошую цену. Если хочешь, я научу тебя охотиться. Спасибо, приятель. Я у тебя в долгу. Я напомню тебе об этом, если мне что-нибудь от тебя понадобится. Согласен. Вот, возьми хотя бы эти напитки. Они тебе пригодятся. Тебя прикончу. Вот тебе 3 связки оружия. А, хорошо. Это хорошо. Спасибо. Вот. Я тебе за них заплачу. Хуже уже не будет. Если он будет продолжать в том же духе, из этого никогда ничего не будет. Вещи пойманного паладина все еще у тебя?
Да, всякое ненужное барахло и странный кубок. Ты можешь отдать кубок мне? 100 золотых монет! Продай мне кубок пойманного паладина. Вот! Все равно с него никакого толку. Думаю, это принадлежит тебе. Значит так. Давай это сюда. Хорошо. Чего тебе еще нужно? Проваливай. А что насчет вознаграждения? Вознаграждения? Ну ладно. Вот возьми золото. А теперь исчезни. Покажи мне свой товар. Заканчивай с этим. Хуже уже не будет. Пойдем охотиться на бандитов. Ха, здорово. Давай нанесем визит Артеге. У этого разбойника где-то здесь, на побережье, должно быть логово. Дай мне знать, когда начнется потеха. Иди за мной. Тогда давай-ка... Увидимся. С этим покончено.
Показал. Так, с этим покончено. Жди тут. Я несу охрану. Сейчас ты получишь. Иди за мной! Вперед! Жди тут! Я несу охрану. Иди за мной! Вперед! Я тебе голову откручу! Я тебе покажу! Сейчас ты полку. Ну ты ему показал.
Ух. Стоять. Знаю, я знаю. Я тебе голову отсеку. Жди тут. Я несу охрану. Конечно, почему нет? Я тебя все равно достану. Да нет же. Сломано. Мне нужна отмычка или подходящий ключ. Я тебя все равно достану. Мы еще встретимся. Стоять!
Иди за мной! Тогда давай-ка... Мы еще встретимся. Мне это нравится. Мне нужна отмычка. Артега мертв. Что? Правда? Жаль. А я-то думал, что сейчас все только начнется. Да, значит, я снова пойду стоять ночную вахту. Мне было приятно. Будь здоров.
сам напросил. Ты опоздал. Теперь все пропало. В чем твоя проблема? Посмотри, что творится на улице. Бандиты все у меня отняли. Будь проклят, Ортега и его банда. Что они у тебя украли? Я вез 5 ящиков лампадного масла в Ордею. Бандиты Ортеги отняли у меня все ящики. Без масла я разорен. Что ты теперь будешь делать? Понятия не имею. Дожидаюсь чуда. А еще лучше, первого орочьего патруля, который отправит меня на шахту. Я верну тебе твое лампадное масло. Не разжигай надежду у отчаявшегося человека. Но если ты действительно найдешь мое масло, я не останусь в долгу. Главарь бандитов Ортега мертв. Это правда? Что ж, как-никак, хорошая новость. Мало с нас орков, так теперь еще и бандиты! Вот, получай свое лампадное масло. Ох, спасибо, чужак. Я никогда этого не забуду. Возьми это в благодарность за твой самоотверженный поступок. Сейчас же отправлюсь в Ордею, пока у меня опять не украли мое масло. Я слышал, ты теперь чемпион арены. Мое почтение. Ты разделался с бандитом Ортегой. Это большой подвиг. За это я дам тебе еще золото. Начальник снабжения Декарт очень рад снадобьем. Хорошая работа. Алхимик очень доволен тобой.
Неплохо. Йенс, охотник, считает, что ты можешь пригодиться. Я убил голодных волков. Ты позаботился о волках? Совсем даже неплохо. Вот твое вознаграждение. Орки довольны мной? Ты смог это сделать. Теперь орки тебя знают. Ты можешь свободно передвигаться по городу. Иди прямо к Уруку. Он хочет с тобой поговорить. Один из свинопасов принадлежит к разбойникам. Вполне возможно, но у меня и так проблем хватает. Лучше, если ты скажешь об этом самому Уруку, предводителю орков. Веди себя в городе прилично, новичок. Или пойдешь на корм рыбам. Чей это дом? Здесь живет Урук. Он глава города. Только не вздумай пройти через эту дверь без разрешения. Понял? Я могу поговорить с Уруком? Можешь войти, Мора. Урук ждет тебя. Береги себя.